Завтра в Москве состоится мероприятие, которое может посоревноваться по накалу страсти и даже отчасти по важности с акцией протеста на площади Москвы. «Справедливая Россия» определит своего кандидата в президенты. Почему это, казалось бы, внутрипартийное событие может всерьез отразиться на развитии российской политической системы? В дальнейшем разбирался в этом наша коллега Лола Тагаева. Лола. Добрый вечер, коллеги. После того, как в ночь выборов стало понятно, что «Справедливая Россия», которая еще летом официальной социологии не давала больше 5% рейтинга, эксперты твердили о том, что Кремль лишил партию своей милости, вдруг начала показывать бешеные результаты, два раза превышающие их прошлый. Экспертное и гражданское сообщество заговорило о том, что именно «Справедливая Россия» может взять на себя роль выдвижения единого кандидата от оппозиции на президентских выборах. Кандидаты от партии, представленных в парламенте, не должны собирать подписи в свою поддержку. И очевидно, что именно в пользу этой партии, «Справедливой России», как наименее нейтральной, без коммунистического шлейфа, без харизматика Жириновского, распределилась большая часть голосов протестного электората, решившего голосовать против партии власти. Однако Миронова для этой цели эксперты не называли. Во-первых, он, как, кстати, и Владимир Жириновский, и Геннадий Зюганов, уже были безуспешными противниками Владимира Путина. На выборах в 2004 году Миронов даже официально заявил, что он, несмотря на то, что выдвигается в президенты, все равно поддерживает Путина. Во-вторых, в протестном обществе велик запрос на новое лицо. И заговорили о первом зампреде фракции СР в Думе, лидере петербургского отделения партии Оксане Дмитриевой. А вот системная оппозиция на президентских выборах, потому что она представляет собой полноценного антипутина. То есть это умная, обаятельная женщина, хорошо разбирающаяся в экономике. Не жесткий, а мягкий вариант лидера. Я уверен, что с учетом результатов думских выборов он мог бы получить под 40% голосов и привести ситуацию фактически на грани второго тура. Тем самым был бы разрушен миф о безальтернативности Владимира Путина, считают эксперты. Но в партии принято иное решение, говорят нам наши собеседники. В «Справедливой России» завтра на съезде председатель партии Николай Левичев выдвинет в качестве кандидата лидера эсеров Сергея Миронова. Это связано как с тем, что его кандидатура устраивает администрацию президента, с которой велись переговоры, говорят нам наши источники в партии, так и с тем, что Дмитриева не набрала необходимой аппаратной власти для своего выдвижения, так же, как и ее сторонники. В партии сейчас раскол, говорят нам собеседники «Справедливой России». Многие, как в думской фракции, так и среди региональных членов партии, считают, что необходимо выдвигать наиболее протестно настроенного кандидата, понимая, что Миронов таковым не является. Пусть будет Геннадий Гудков или Оксана Дмитриева, говорят они, объясняя тем, что лидер не должен набирать меньше голосов, чем набирает партия. А при нынешнем раскладе в марте этого года будет именно такая ситуация. Я напомню, что сейчас на выборах «Справедливая Россия» получила почти 14%, а Миронов на президентских выборах набирал меньше процента. Другой вопрос – это возможность выдвинуть единого кандидата от своей партии во втором туре, если он все-таки состоится. У Дмитриевой больше шансов выиграть это право у Геннадия Зюганова. Сама Оксана Дмитриева говорит, что сейчас занята тем, чтобы отвоевать в судах победу эсеров в законодательное собрание Петербурга и подчиниться решению Миронова выдвигаться в президенты. Ну, вы знаете, мы с Сергеем Михайловичем соратники. И самая главная моя опора политическая, не только политическая, но и в самой партии, это Сергей Михайлович Миронов. В любом случае, это его решение, ну или наше совместное решение, но все, что делалось в последнее время, и та борьба, которая велась, это исключительно благодаря тому, что я могла опереться на него. От руководства партии получить комментарии о кандидате в президенты нам пока не удалось. И я напомню, что выдвигаемый кандидат должен быть поддержан прямым голосованием на завтрашнем съезде. Коллеги. Спасибо, Лола. Но помимо того...